Привет, ребята. Это я, Мати. Короче, у меня плохие новости. Ну, мой кот погиб. Вы видели, что в кругле? В кругле там был мой канал, там театр режим дикая Лиза. Мимо, мой кот погиб. Мой кот погиб, не знаю из-за чего. Не знаю из-за чего. Вчера какая-то кошка, какого-то кот. Вот это как там лапа ему ударила, у него сломанная была. Но когда увидел, он что-то там чихнул, выплевывал и рыгал на улице. Из-за этого он погиб. Ребят, лучше спускайтесь, а то старший рыжик мне не вернется. Считайте его друга. Считайте его друга. Напишите в комментарии, что нужно писать про него. Пишите что-нибудь про него, пожалуйста. А то мне скучно. Он вообще такой большой. Не могу его даже найти. Он, конечно, находится в Абае, но у него еще есть два рыжика. У него еще средний, маленький. Маленький, короче, он меня любит. А вот средний боится меня. И отходит назад. Короче, желаю вам удачи. Мягких тебе облачков, рыжик.